Здравствуйте. Меня зовут Мария Юнсен, а это одна из моих стихотворений из моей книги под названием «Эхо любви». В тишине памяти тисяшь, любовь, что когда-то в сердце горела, хоть ты осталась, я не завиваю, не беременна, больше не сую тебя. Однажды в огне страсти, в ярости, ревность, как бурьян, в моей душе бушевала. Но время заметило светоисточник и возвращает моему сердцу вновь биться. А если кто-то еще раз встретит мой взгляд и увидит сишку древнего огня, в тот момент снова мое сердце полюбит, чтобы снова любить, пламя разжигать. Thank you.